Самара ГИС, Марианна Викторовна Мирная, за работу «Нелиповая аллея», посвященная участию депутатов и сотрудников аппарата Думы в субботнике. Призы за работу. В третий раз председатель Самарской городской думы Александр Фетисов награждал представителей средств массовой информации за статьи и сюжеты о деятельности Думы и депутатов. Телеканал «Самара ГИС» представил себя достойно. Несколько материалов, отправленных на конкурс, удостоились призов. Не случайно вас называют четвертой властью. Вот. Мы только в ходе реформы планируем, что да, как-то что будут избранники и общественные советы между властью и населением, а вы уже находитесь между властью и населением. И от того, насколько объективно и талантливо вами освещаются все стороны, в том числе нашей скромной деятельности, зависит и уровень информированности наших людей. Всего на конкурс было подано 33 работы. За призовые места в итоге боролись 6 лучших представителей СМИ. Статьи и телевизионные сюжеты на разные темы: развития территории, на творческой волне, о деятельности депутатов. Разнообразный перечень работ вызвал неподдельный интерес у законодательной власти. На телеканале «Самара ГИС» поощрения удостоились также корреспондент Алина Чемерис и редактор художественного вещания Инесса Панченко. Инночка Панченко, очень замечательный сюжет. Как всегда, с душой, с теплотой какой-то, очень нежный, очень, ну вот это все твои работы отличало всегда, с удовольствием посмотрела. Примечательно, что в этом году у журналистики женское лицо, все участники – представительницы прекрасного пола. Конкурс для СМИ, разумеется, продолжится. Жюри призвало акул пера среди мужчин быть активнее и тоже бороться за награды. Марианна Мирная, Сергей Баскин, «События».